команда понимает ответственность, и вообще 2 в 1 может получиться. Выскочили, да, Мамин на дальний. И это движение Соркина вытаскивает он из ворот Самонова. Это сейчас сейв еще был невероятный. Да, и хорошо на паузе. И, да, это сейв. Уже второй. С предыдущего повтора очень хорошо было заметно, как зацепил шайбу Александр Самонов. Пока что прощают, скажем так. Абрамов. И еще передача Абрамов. Самонов. Ну тут сегодня столько вратарских спасений, просто их невероятных. ЦСКА, да, вот двоечка из передачи на дальнюю штангу. Абрамов просто не понимает, как он упаковал шайбу в ворота. Да, сейчас ребята шикарно разыграли, конечно, вот спасение вратаря. ЦСКА сейчас выиграл опять очередное сбрасывание в зоне нападения. Правда, не точно шайба ушла, но... Ой, опасно! Какой рикошет! И шайба могла оказаться в воротах, но тут сумасшедшая реакция и от Самонова. Видели, как он там танцевал на ленточке? Опа! И сюда в ногу Зоркину. Да. Ой, вот это сейв. Аплодисменты от зрителей. Теперь они понимают, насколько сложно пришлось Александру Самонову после вот этого вот отскока.